что, ребята? Ой, какой дождик начинается. Купили билет в океанариум. Сейчас пойдем потихонечку в океанариум. Ну все, мы внутри океанариума. Ну просто я думаю, что за 20 минут много чего может случиться, правильно? А потом при выходе туда выйдешь, а обратно уже не зайдешь. Куда? Вон там аттракционы. Куда? Иди ко мне. Какой ты классный. А куда, папа? Я пошла. По делам. А где по делам бабуля? Не скажу. Пожалуйста. Вон твоя бабуля. Бабуля, я где была? Мусор выкинула. Все, без бабули жить не может. Руки. Ну, какие предложения? Я предлагаю маленько пройтись по игровой зоне еще минут 10. И потом только идти туда. Андрюш, мы идем только посмотреть, хорошо? А потом пойдем туда. Стоп. Склероз, а билет-то оставил? Да. Заходи. Есть мотоцикл. Вон, смотри, мальчик поехал на мотоцикле. Ну, купим. Нет, тут какой-то код он дает. Он код вел и погнал. Сов, можно в футбол поиграть вот здесь вот. Мячик отсюда вылетает, и ты бах-бах. Футбол гоняешь, друг друга не забить. Вот так, раз, мячик вылетел, ты бах, и он к тебе, пиу, в ворота. Гол! А как он выпадет? Ножки не замерзли? Нет. Уже согрелись? А здесь пистолеты стреляют вот туда. Вот. Ну, покатаемся потом, когда выйдем из дельфинария. Мы сейчас просто пришли посмотреть, потом сходим в этот, в океанариум, а только потом уже покатаемся, хорошо? Ну все, на эскалаторе на второй этаж поехали. О, а здесь тепло. Ты как дом, на эскалаторе катаешься, да? Смотри, какие акулы, Андрюш. А я уже видел. Ну все. О, смотри, как это красиво. Это улица? Да, а это улица. Тропический лес. Да, тут тепло. Тихо-тихо, там люди. Нет, садись, Андрюш. Не садись, Андрюш. А, развернись. Надюш. Эх ты, вспышку надо включить. Сюда. Нельзя? Нельзя, сказали. Штраф 500 рублей. Куда он?
так вот. Оказывается, нельзя. Нет, а вон, смотри, барбус маленький плавает, как у деда раньше был в аквариуме. Скалярии. Что да. Ли? Смотрите, какая большая улыбка. Да. Она видит тебя, с тобой разговаривает. Она на тебя смотрит. А чего она стоит? Заскучала. Стоит, смотрит на тебя. Почему? Как ты тут балуешься? Нет. Так. Пойдем. Так. Пошли отренить, а тебе дырмичики попробуем, да? Мам, сейчас мы посмотрим аквариум. Я уже это вижу. А я нет. Неончики. Покормишь, потом в другом месте немножко покормишь. Сейчас, погоди. Посмотрим, как ты это делать будешь. Нет, нет, сегодня на канале я буду кормить. Кидай сюда, по одной, по две. Как в бассейн у меня. Помнишь, ты кормил? Да. Едят? Едят? А можно спеть это? Можно? Нет, не надо есть. А, есть нельзя. Я думаю, может быть, кинуть его. Вон, видишь? Никто не увидел. А, увидела вот видишь, рыбка? Давай, штуки две-три кинем. Смотри. А вот это? На. Покормим. Чуть-чуть там, кидай, там бери. О, увидела. Увидела. А что мы будем?
Смотри, какой здоровый. Ему этого мало будет, наверное. А вот маленький, смотри, маленький. Вон маленькому давай кинуть. Я папа. Да вот любому кидай. Ой, упал у тебя. Эй! О, ты взяла эту вторую у меня коробку? Я тебе вторую не отдал? Карман, наверное, сунул. О, смотри. Подожди секунду, я проверю. Ага. Можно? Можно. Для этого и покупали, чтобы кормить. А можно поднять? Да, я тебе покажу, как дальше кидать. Деда, можно их много? Иди сюда. Бабуля, кидай. Не надо. Как все? Сюда. Эй, какой здоровый, даже не боится. Написано, руки нельзя сувать, штраф 500 рублей. Да? Вон. Я за рулем. А я, нет, слушай, воду. А, я понял. Ну, я не воду, я его пробую. А я не видел. Они уже привыкли. Это я просто предупредил на всякий хрен, а то увидят. Ну, ладно. А можно его погладить? А почему ты его погладишь? А можно его погладить? Ну ладно, ладно, упал, он, упал. Он смотри, как упал. Его трогает, он даже не боится. Он знает, что он смотрите, смотрите. Никто не заметил. О, маленький пришел. Смотри, эти просят прям. Смотри и учись, дед Гордюк. Смотри и учись. Прям в рот дал. А ты скажи, кис. Все хотят. Надо тебя за штаны держать, а то ты сейчас это улетишь туда. В рот попал. Давай пофотографируемся. Будь здоров. Будь здоров. Смотрите. Андрюх. Нет, я выпал. Посмотри сюда. Я выпал. Вон две сразу побежали. Может, оставим для другого аквариума чуть-чуть? Там тоже. Я пока закрою. А давай это вот так. А? Вот. Вон, подсветит. Подсветит. Сейчас там акул, наверное. О, тут полно их, вон. Нет. Во, доставай. О,
И кормы. Да. Два часа. Последний. Там акул будут кормить. А сюда потом можно будет еще? А что нет? Мы ходим здесь по залу. Здесь кормить пока нельзя, надо там было кормить. Вставай сюда, Андрюш. Смотри, какие рыбы. Сейчас проплыву. Он смотрит на нас. Сказали акула, а это осетры. Осетры. Осетры? Должно быть написано. Это же не акула. Это осетры. Вот смотри. Вот смотри. Пойдем. Сейчас Айда спросим. Это что, на выход? Подожди, Андрюш, деда сходит проверить. Туда, Надюш. Надюш. Посмотрим больших рыбок. О, смотри, как у деда майк светится, как у тебя светится круто. Там уже идет процесс разговора. А это мурена. Вон там акул кормит. Андрюш. Андрюш, иди, там аквалангист плавает. Давай, бабуль, возьми сумку с меня с этой. И эту. Да. Давай.
картофельный, видишь? Утонул корабль. Кто смотрит, кормит акулу? Смотри, что ты делаешь.
Пять дает, иди.
Молодец, Андрюха. А класс им покажи. Он тоже, да. Маленькие. Пузырьки видел, тебе пустил? А ты просмотрел, вон пузырьки пустил. Там еще есть что-то. Там, скорее всего, выход. Как будто вырос. Стой, Андрюш. Он хочет, что ли? Ну да. О, конечно, уже все. Синий побежал. Стой! Андрюш, там, наверное, выход. Ногти на ногах, смотри, хорошо. Андрюша, бабулю потеряем. Ногти на ногах, ногти на ногах. Там выход, что ли, уже будет? Там выход, наверное, да? Сейчас посмотрим. А, тут тоже. Мне кажется, надо вернуться. Мы сейчас просто по кругу на выход уйдем. Карасика докормить. Там уже не все Вон, смотри, Надюш, вон корабль этим боком, как раз там будет вон скелет, видишь? Вон скелет. Акула отдыхает. Наелась. Не, ну он по объему тут маленький. Ух ты, вот это да. Смотри, какие крутые рыбы. Вот, смотри. Что же акулы? Да. Это все акулы. Здесь должны быть специальные. А, вон. Челюсти можно фотографироваться. Ладно, все. А. Андрей. Там выход.
я им говорю, что я буду ответить. Я вас там не создали. А что потом самый чистый, мне кажется, да. Там кто? Кого вы там нашли? Кальмар большой. Смотри, вон море на воде спали. Встретились два блогера в одного аквариума. Thank you.
покажи, покажи, как ты им пока показывал. Она вот себе поцелуйчик отправила. Все, Ваня уплывает домой. Вот твоя монета покатилась. Ух ты! У тебя самая большая монета укатилась. Ну что, ребята, сходили в океанариум. Думали, за 3 часа дождик пройдет. А нифига, дождик не прекращается. Идем, идем, идем. Вон лужа води. На ручки попозже. Бежим, бежим, бежим домой. Может, сейчас посмотрим, как будем добираться.